Друзья, вот такое чудо сегодня увидела, войдя в теплицу. Сегодня 22 декабря, а это чудо цветет. Хотя он, в принципе, вообще не должен цвести. И должен уже давно-давно загнуться. Теплица отапливаемая, конечно. Но, если честно, я вообще удивлена. Я первый раз такое вижу, чтобы львиный зев вот так вот цвел зимой. Я не знаю, что дальше будет. Будет он цвести дальше или нет. У него очень много побегов выросло новых. Предыстория этого растения такова, что, ну, как обычно, однолетник. Я посадила его весной семенами. Он в этом горшочке все лето рос. И потом я его с наступлением холодов занесла в теплицу, чтобы он не замерз. Ну, вот так вот, а он цветет. Ну, это просто чудо какое-то. Я в Инстаграме писала пост про львиный зев, насколько я вообще удивлена поведением этого цветка по поводу заморозков и все такое. И вот еще один сюрприз. Так что вот так вот может быть. Поэтому у меня сегодня удачный день.